Будущее компании Faberlic. Да, кстати, Олег Заворотнин тоже в этом проекте. Вот скажите, пожалуйста, классно? У нас, оказывается, много мужчин. На первый взгляд, кажется, что женский бизнес, да? Достояние нашей компании. Но на самом деле, я вам скажу, мужчины в нашем бизнесе тоже это главная поддержка и опора. Знаете, когда мы, мужчины, приходим не на продукт, мы приходим на бизнес. Согласны? Потому что на нас большая ответственность, у нас есть за нашими плечами наши семьи, близкие, которые тоже хотят хорошо жить. Правильно? Вот такая вот идея, ребят, вам нравится? Да. Я вам скажу, может, Олег вас пригласить. Я уже 3 дня там. Александр, Андрей, все здесь, правильно? Это в Вайбере или нет? Это в Телеграме. Смотрите, дорогие мои, я вам рекомендую, что сделать. Если у вас есть структура и у вас есть, ребята, мужчины, подключайте. Он будет работать, я уверен, что он будет круглосуточно работать, потому что мы в разных часовых поясах. Круглосуточно не надо. Ну вы звук выключите. Нет, нет, звук можно выключить, все хорошо. Но сама идея классная? Классная. Согласны? Вот я очень хочу, я думаю, может и компания это тоже заметит. Нам сейчас с вами это нужно сделать, чтобы как можно больше мужчин пригласить. На мужских презентациях я всегда рассказываю такие очень интересные факты. Основатели компании кто? Мужчина. Основной менеджмент кто? Мужчина. Большие лидирующие позиции кто занимает? Мужчина. Есть топы мужчин? Есть. Это женский бизнес? Понимаете, девочки, не обижайтесь ни в коем случае. Не принимайте никто личность. Просто я очень хочу создать тот фундамент, который даст Faberlic и вашей структуре такой мощный рост, потому что мы мыслим гораздо по-другому. Мы приходим за большими деньгами, мы приходим за идеями и будем их воплощать. Согласны? Сделайте историческую фотографию. Я думаю, что на ассамблее 2018 клуб Faberman будет присутствовать в гораздо большем составе международной команды. Согласны?